рост безработицы и что предпринимается, чтобы ее снижать? Одними высокопроизводительными трудами, местами мы общество не удержим. Тем более, об этом заявил президент Медведев, уже планируется. Тем более, Путин заявил о 25 миллионах в каком-то году. Спасибо. Ну, во-первых, надо понимать, что считается высокопроизводительным рабочим местом. Это не говорит о том, что мы создаем новое какое-то рабочее место. Это может быть и организация через внедрение новых технологий, тех существует рабочих мест, которые позволят нам производить высококонкурентные продукты. То, что касается, значит, роста занятости, сегодня отраслевое наше министерство, Министерство труда и занятости, достаточно, значит, серьезно и основательно мониторит эту ситуацию. И вот те мероприятия, которые я сказал, именно развитие малого и среднего бизнеса, значит, реализация тех проектов, которые сегодня есть, значит, те программы, которые сегодня у нас есть в рамках переобучения, переподготовки, как раз они направлены на то, чтобы сдержать вот этот фактор роста безработицы. Тем более, я уже говорил, что этот показатель имеет, значит, запаздывающий характер. То есть, вроде бы, сегодня снижение, в любом случае, предприятие старается удержать своих рабочих для того, чтобы уже переждать вот эту негативную ситуацию и уже, когда ситуация выправится, не потерять этих рабочих. Поэтому в республике эта работа, она уже есть, опыт республики существует, тем более мы, значит, вместе с вами прожили кризис 8-9 года, значит, правительство уверено в том, что все мероприятия, связанные с недопущением роста безработицы или с обеспечением для безработных соответствующих мер государственной поддержки и предоставления новых рабочих мер, они будут реализованы.